Сегодня 27 февраля на Мызинском мосту в 2.41 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пожарные подразделения, прибывшие на место, произвели деблокировку пострадавших, оказали первую помощь тем, кто получил тяжелую травму и доставлен в больницу. Причина обстоятельства выясняется ГИБДД, имеются свидетели, работают психологи на данной аварии. Шли две машины на большой скорости в город, сверху спускали. Потом одна начала перестраиваться, обгонять. И как они соприкоснулись друг с другом, я так, в общем-то, и не разобрал. Но факт то, что это значит уже, когда они соприкоснулись, там уже одну машину разворачивают, вторая ее бьет, и тот уже он начал тормозить, вон где-то отсюда он там начал тормозить. И только осколки, как при взрыве, полетели, и все. Тут уже единственное мне, что оставалось, это прижаться поближе к отбойнику, чтобы не стать, как говорится, с ними соучастником ДТП. Я только вышел из машины, посмотрел на свою, и буквально через 5 минут уже тут подъехали и скорая, и МЧС там, и милиция. Тут буквально они быстро приехали, моментально. То есть я даже не успел подойти. Там уже был шанс кому-то помочь-то? Ну, я туда не стал сразу подходить, потому что там уже приехали службы, которые стали на месте разбираться, там разрезать машину, выдергивать людей там оттуда. А что, какие работы проводились, можете рассказать? Ну что, МЧС вскрыла эту машину, достали там людей, я не знаю, двое вроде бы в больницу отправили, а кто там погиб, ничего. Я сразу не стал подходить туда. Сейчас надо будет